Знакомитые неглюбские рушники, стилизованные под давнину сучасное веселье, вёска з усяго трима жыхарами. Неверогодное подорожье по Беларуси пропануе гомельский фотограф Сергей Холодилин. Его персональная выстава под назвой «Захование и развитие нематериальной спадщины Беларуси» открылась у выставочной зале университета имя Франциска Скорины. Дарыча, Сергей Холодилин – выпускник ГДУ. Больше як 30 годов тому вучился тут на факультете экономика працы. Профессийно заниматься фотографией почал после службы у армии. Працевал у газете «Маяк», потом у «Гомельской правде». Уже чверть стагодия з'являється уласным фотокорреспондентом белорусского телеграфного агентства по Гомельской области. Работы Сергея Холодилина выставлялись у Беларуси, Польши, Германии, Норвегии, Франции. Дарыча, сярод шматликих досягнений и перамог звание лауреата премии президента за духовное адраджение.